Работа без выходных. Руководитель администрации района Алексей Валов проинспектировал в субботу новый детский сад в Первом Советском переулке. Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, но сегодня ситуация внушает сдержанный оптимизм. В садике тепло, светло, идет внутренняя отделка, настил калинориума. В субботу вечером на объекте порядка 10 рабочих, а также руководство. Существенные претензии Алексей Валов предъявил только к плиточному покрытию на крыльце. Оно оказалось слишком скользким для улицы. Потребовал исправить, прикрепить противоскользящее покрытие. Благоустройство территории не закончено, но то, что зимой сделать нельзя, будет выполнено весной. Изменения в лучшую сторону, но очень медленные. Качество отделки довольно-таки высокое, но поторопим. Я уже докладывал о том, что мы в конце ноября должны его сдать. Внезапной проверке руководителя администрации подвергся в субботу многофункциональный центр. Алексей Валов побеседовал с сотрудниками, поинтересовался, сколько клиентов принимают в день, сколько времени фактически уходит на обслуживание. Узнал, что думают о работе МФЦ посетители, сделал выводы. Лучше, что место занимает Московская область. Ну, надо же анализировать его работу для того, чтобы он работал еще лучше. В первую очередь, же не место, которое он занимает, там, Московская область, по рейтингу. А в первую очередь, то, что он как бы правильно или неправильно работает на интересы жителей. Вот это вот я проверил сегодня. Администрация района обратила внимание на брошенные строения в центральной части Щелково. В частности, Алексей Валов осмотрел здание бывшего магазина на улице Свирской. Власти района намерены проверить его принадлежность. А дальше либо признают бесхозяином, либо запросят у собственника право на изъятие объекта в муниципальную собственность. У нас хватает полезных дел. Впереди их очень много, поэтому это помещение пригодится. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».